Всем привет, с вами Константин и вы на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся в коттедже в поселке Встречный, где у нас еще одна семья заселилась в свой новый дом. А с новосельем мы приехали поздравить вместе с вами. Пойдемте поздравлять. Данный дом у нас купили Светлана Евгеньевна и Галина Федоровна. Пойдемте их поздравить. Здравствуйте. Светлана Евгеньевна, приветствую вас. Компания «Стройгарант» Анапа. Приехали вместе с вами порадоваться с новосельем. Вам такой приятный. Очень рады, проходите. Здравствуйте. Очень рады, очень приятно. Разуемся, пройдем. Не надо. Еще надо, как говорится, в новом доме, только, как говорится, со всеми чистыми новыми пожеланиями. Поэтому спасибо. Вот, хотим вам подарить вот такую туечку. Это вам посадить ее у себя в огороде. Какая прелесть. Да, при входе. Чтобы всегда вас радовало и вспоминали о нашей компании. Светлана Евгеньевна, Галина Федоровна, можете маленько рассказать свою историю вашего переезда вообще в эти наши южные края? Откуда, что вас сподвигло именно переехать сюда? Почему выбрали нас? Где были, может быть, что-то смотрели? И вот именно вот дом полностью вы сделали, я как помню, вы его выбирали на этапе строительства. Полностью какие-то доработки свои уже сюда вносили. Как понимаю, внутренняя полностью отделка – это на ваш вкус и цвет, поэтому вы много проделали работу. Мне надо чуть-чуть рассказать про это, потому что наши подписчики тоже смотрят, как это, что это, как переезжать. Все-таки есть, как и у вас, я помню, очень было много страха. Я помню, у вас по документации было много вопросов, отсылали. Вроде дочка у вас юрист, да? Сколько бумаг туда отсылали, все проверяли, все смотрели, как бы все искали подводные камни. Да, скрупулезно. Вот, да, да, да. И вот мне вот хотелось бы вот так, ну, раскройте маленько свою историю. По старшинству. Давай. Слово. Ну что, жили мы на Камчатке. Долгое время мечтали куда-нибудь в теплые края. И вот предоставился случай то, что мы заработали пенсию. И уже, как говорится, имея под собой материальную почву, то есть пенсионеры, мы уже определенно все это получили. И мы приехали, вот получилось так, что мы приехали в Анапу. Как мы нашли этот дом, это такая история забавная. Ездили мы, ездили, выбирали, выбирали, смотрели, смотрели жилье. И в Крыму выбирали. И возле Анапы выбирали. Не один день, в общем, провели в поисках, да? Короче, в один пасмурный день мы ехали в гости и остановились около вашего офиса. Вы, наверное, помните этот день. Я когда помню. Светлана... Была пасмурная погода, и как вы подъехали, как вот так тучи. Развел кто-то, и луч света. И я увидел, вот идет две красавицы, две подружки. Да, помню, конечно. Вот. И вдруг мы вот, Костя нам предложил, есть у меня домик. Поехали. Ну, я, например, подумала сначала, что это где-то вот здесь недалеко, потому что уже было время под вечер. Но, тем не менее, как говорится, мы ехали-ехали и приехали вот в эту... Стрелку. Подвезли нас к этому дому. Конечно, и с виду он уже, как говорится, внушил доверие, потому что он такой миниатюрненький, чистенький, вот, аккуратненький. Вот. Зайдя сюда, мы увидели, да, здесь... Под отделку уже все. Посмотрели, нам понравилось. Понравилось расположение комнат, планировка. Вот. И, значит, решили подумать. Нам дали время подумать. И вот мы подумали и решили, что, несмотря на то, что далековато от Анапы, еще здесь многое благоустройство требует, хотя бы наша улица. Но, тем не менее, нам понравился очень дом. Вот именно, что он выглядел, я вот как в строительстве много проработала, что он так это качественно, капитально, так сказать, уже построен так, чтобы ну, жители, как говорится, жильцы жили и не тужили. Вот так вот мы попали сюда. Ну, когда мы ждали... доведение до ума, дома. И когда Костя нам прислал уже видео, мы, конечно, были в восторге. Домик получился светлый, воздушный.
И очень приятно было, что все было сделано быстро, вовремя, качественно. Ждали мы недолго, что очень радует. А с документами, да, потому что первый раз столкнулись со строительной именно компанией, поэтому были немножко какие-то вопросы, сомнения. Но, слава богу, разрешилось все благополучно. Документы в порядке, все надежно, все быстро переоформлено, что тоже радует. Так что сейчас мы живем спокойно, радуемся. Слава Богу. В общем, как обещала наша компания, все свои обещания они вам выполнили, да? 100%. Отделку вы выбрали под себя, поэтому вас вот так смотрим, такой светлый, уютный, прям классный дом. Надо отдать должное, что все у вас работающие в вашей компании очень доброжелательные люди. Прям по первости, когда мы пришли и стали выбирать отделочные материалы, то, значит, нам от А до Я, нам все предложили все на выбор, помогли, посоветовали, и вот получился такой дом. Может быть, поделитесь своими планами, все-таки участок 5 соток, им надо тоже, как говорится, обхаживать его надо, заполнять, насаживать какие-то растения. Есть какие-то в планах? Конечно, конечно. Благоустройство теперь возле дома – это наипервейшая теперь задача. Конечно, будут высажены и плодовые деревья, хочется и цветники, клумбы разбить. Соответственно, будем к этому стремиться. Все впереди, потихонечку начинаем благоустраивать. Галина Федоровна, вот к вам такому прекрасному все-таки платью из роз. Вот такой торт с розами. Светлана Евгеньевна, у вас такая образная коробочка конфет. Хотим, чтобы вы о нас не забывали, и всегда, когда только брали ключи в руки, помнили про нас. Поэтому вам такие вот брелочки хочу подарить. Вам сразу давайте одену. Это для того, чтобы, может быть, что-то где-то сразу и замерить. О, как это есть. Вообще. Поэтому прекрасно. Это вам. Спасибо, спасибо. И это вам. Как всегда, в компании функционально. Все четко, да. И также у вас раз. И что-то подзамерили. Всегда полезно и хотела практично. Бы забыть, но не забудешь. Как только посмотришь на этот брелок, и сразу вспоминаете нас. Да. Спасибо, спасибо. Еще раз поздравляем. Живите счастливо. Приглашайте в гости не только нас, близких, знакомых, друзей, всех, чтобы у вас всегда все был мир, счастье. Ну вот, друзья, мы были с вами только что на новоселье у Светланы и ее мамы. Они вкратце рассказали, как они выбрали именно нас. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам ниже под видео, обязательно ответим. Также помните, мы делаем для наших клиентов, это встречаем их, заселяем, показываем полностью все. И каждый месяц у нас есть какие-то новые интересные акции. Поэтому следите за нами, будьте в курсе всех событий. С вами был Константин и компания «Строй Гарант Анапа». Всем пока, до новых встреч! Кто приехал на юг, жить на море мечтал, знать, тебе повезло, ты на скидки попал. Можешь новый коттедж в теплом месте купить. Торопитесь, друзья, в «Стройгарант» позвонить. 8-800-222-20-18. Хутор Воскресенский, улица Молодежная, 1Б. Сайт sga23.ru.